Вновь отличились печорские боксеры. Большая часть нашей команды, принявших участие в соревнованиях в Усинске, вернулись домой с медалями. В числе печорской сборной было и 10 воспитанников Александра Назаркина, которому в этом году присвоили звание тренера высшей категории. Только двое из них не добрались в своем весе до пьедестала почета. Соревнование было республика, первенство республика по старшей юноше, 95-96 год. И параллельно проходил республиканский турнир на главы администрации города Усинска. Проходили они с 21 по 23 января. Ребята выступили отлично. Отлично. Как и когда, хорошо выступили. 5 первых мест, это говорит уже о чем-то. Вот. Из 10 человек, 5 первых, 1-2 и 2 третьих. 8 человек призеров. Это хорошо, я считаю, отлично. С первых дней соревнований печорцы показали все, на что способны, несмотря на сильную конкуренцию. В соревнованиях участвовало около сотни боксеров. А ведь часть нашей команды – новички, вроде Владислава Овчинникова. Ну, я занимаюсь полгода уже как бы. Спортивные результаты есть. Ездил 2 раза на соревнования. Во-первых, занял я 3-е место, это в винте соревнования были. А вот на этих я занял 2-е. Хотя печорские тренеры уверены, что 1-е место должно было достаться именно Владу. В спорной ситуации, когда количество очков, заработанных в финальном бою, было равным, хозяева соревнования отдали победу усинскому бойцу. Впереди у ребят еще немало соревнований. Очередные республиканские начнутся 10 февраля в Воркуте, а зональные пройдут в городе Валдай. 22 февраля на них едут и печорские победители республиканского отбора – Максим Маркин и Юрий Ванеев. Вы смотрите «Печорский калейдоскоп».